Всем привет! Здравствуйте! Мы всем семейством выехали на море. Котики! На море! На море купаться! Да. Сегодня обещали дождь, но на самом деле никакого дождя нет. Шикарная погода. 28 градусов. Если обещает, это не значит, что будет. Обещает, не значит жениться, да, Димка? Все, едем, покупаемся, немножко поснимаем. Еще пока мы пораньше прям выехали, людей немного. Так прям хорошо, пробок нет. И мы едем в Новофедоровку, куда мы раньше ездили с палатками. Сколько лет назад мы туда ездили? Лет до Димки еще, да? До Димки лет больше. Лет назад. Наверное, лет 10 назад мы сюда раньше. Сейчас, Сонечка, всегда раньше сюда ездили с палатками. А! Что это? Вспомним старые добрые времена, но мы без палатки, конечно. Да что ты хочешь, говори. А. На море, да. У нас, кстати, есть палатка, большущая палатка. Мы ее тоже, наверное, лет 10, наверное, и не открывали. Такая большая комната с коридорчиком. Обалденно. Не знаю, конечно, когда мы поедем с палатками еще на море. Она уже, может быть, сгнила. Ну, нет, но... Вот сейчас особого желания именно с палатками ездить вот нет, лучше куда-то так поехать. А раньше реально каждые выходные мы ездили, через выходные. Было, конечно, круто. Ладно, поехали. Как вода? Не холодно, иди. Одному, море штормит немножко, но людей вообще здесь нету. Там чуть дальше есть, здесь вообще никого. Мы уже покупались. Как ты покупался? Нормально, я хочу. Мама, каску я ныряю давала. Да, хорошо, мы тут взяли маску, грузили полную мою сумку Victoria's Secret продуктами. Какая моя сумка? Это общая. Нет, сыночек, это мамина сумка. Сейчас уже перекусить и пойдем еще купаться. Папа с Соней пошли за кофе, а мы тут с Димчиком загораем. Если бы не волна, было бы вообще круто. Знаете, такое море идет вот резко вниз, и детей так просто, ну не дай, что просто хотя бы посидели, потому что волной прям уносит сильно. Но все равно очень круто. Купаемся. И хорошо, что людей нету. Ну что, мы уже выбираемся обратно, тут народ отдыхает с палатками, гляньте. Да, вот здесь сюда мы приезжали, но ой, но раньше не было ни мусорки, тут поставили сейчас. Мама! Да. Папа! Да, маленькая. Вот, видите, туалеты. Гляньте. Да, раньше это просто раньше был такой, просто пляж. Городок палаточный. Вот все эти сколько там, километра 3-4 одни палатки стояли. Да, малыш? Это же все. Сколько много машин, много-много палаток. Shine
мы приехали на Мак. Ну, не Мак это у нас называется, автокафе. Что-нибудь перекусить, кофе алло, попить. Алло. Так, мороженка. Мороженое и кофе. Сегодня у нас без картошки фри, да? Потому что кушаем полезно. И ложки есть, да. Сейчас припаркуемся, а будем кушать. Ну что, вкусно, Сонь? Да? После моря, да? Вкусное мороженое. Да. Димуська, а тебе? Ну это ж лучше, чем картошка фри? Нет. Нет? Да. Да. Умничка. Мне, молодец. Наверное, то и то нравится. Скажи, мы лучше картошку сделаем дома такую, да? Пожарим. Вы не умеете такое делать. Ну, попробуем. А ты? Кап. Так, аккуратно. Соня, а мы по кофейку. Такое большое беру, как это называется, американо. Ой, вкуснятина. Мы уже приехали домой. Сонь, ты куда едешь? Мам. А, закрывать? У нас тут девушка в туфлях. Пока. Пока. Вы куда едете? На работу. На работу? Да. Давайте, пока. Пока. Мы приехали домой, покупались в бассейне и решили уже пожарить мяско, поужинать. О, красота. На море хорошо, а дома все-таки лучше. Пожарим мясо, поужинаем, посидим. У нас жара спала. Такой, как будто пойдет дождь. Так, ну что, у нас идут шашлыки и картошка. Картошка, это у нас картошка, а внутри у нас сало. Я все завернула в фольгу. И сейчас папа наш пожарит вкуснятину. На мангале засунем. Это получается наша крымская картошка и луганское сало. Это будет вкуснотища. Там мышка ходит. Будем кушать. То есть это поставим к мясу к нашему. И у нас будет такой вот ужин вкусный. Ждем, ждем, картошка, мяско, ждем. Все ждем. Мышка, тоже ждешь? Ты пришла? Да? Ты кушать хочешь, зайка? Ой, страшно. Тоже ребрышки пошли в ход. Ой, хочется кушать, да, Соня? Мяско готово. Помидорчики, картошечка. Вкусно, Соня? М? Вкуснотища. Мы тут выехали в центр. Не гулять, жарко очень. Выехали за подарком, нас пригласили на день рождения, поэтому мы поехали выбирать подарок. В общем, зашли. Ну, естественно, и детям тоже купили слайм. Вот я помню, в прошлый раз слайм у нас был, она застряла, но Соня в волосах. А вот этот слайм она выбрала, только сейчас увидела, его нужно делать самого, самим. В баночку налейте клей, добавьте краску, конфетти. В общем, короче, будем, я так чувствую, мы сегодня дома. Она просит, мама, открой. Я говорю, Соня, я не могу открыть в машине. Будем, короче, сегодня мы развлекаться, да, со слаймом? Я думала, он уже готовый, просто играть и все. Но самое главное, ай, Димчик себе тоже выбрал. Военный, тут оружие. Он у нас не играет на самом деле в такие игрушки. Я сейчас буду зайду, сейчас будешь играть. Да. Соня, видишь, это нужно самим готовить. Видишь, это нужно все вместе смешать, не открывай. Сейчас домой приедем, мы будем с тобой делать, да, хорошо? Нет, вот эту коробочку. Подожди, подожди, пока. Нет, подожди. Нет, краску, Соня, подожди. Соня, давай теперь ты.
Добавляешь краску. Я буду конфетти. Молодец. Надо палочку. Да, палочку надо. Краску. Конфетти. Конфетти. Давай, открой. А потом надо сейчас смешать. Да. Надо подождать. И это. Да. Не брать, не пить. Это клуб. Это добавить. Это конфетти. Вон я сам, я не хочу. Аккуратно. Вот. Короче, фокус удался. Конечно. Это не как мы с тобой ждем, где кристаллы мы делали, да? Угу. Что-то у нас не получилось. Получилось. Ну, там два или три дня стоял. Да, там что-то. Ну что, круто? Папа. Показывай, что там. Папа, давай, давай, давай. А, ты папу просто вытерла? Ну, ладно. Папа, нет. Папа. Давай. Ой, тихо. Круто. Так, ну что, поиграли мы слаймом. Смотрите, что тут творится. И весь пол просто какой-то кошмар. В общем, оно все с этого слайма, все эти блестки просто сыпались везде. Мишель, ты тоже в блестках? Папа будет пылесосить. Давай, 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 Соня, вы уже поиграли, достаточно. Я самая маленькая. Животная собака, аппетит, конечно. Молодец, мышка, молодец. Так, ну что, у нас на ужин будет пицца. Такая ленивая пицца, которая готовится просто за считанные минуты, секунды. Буквально 10 минут и готова. Заготовка теста, колбаска, помидорчики и сыр. Да? Да, уже Соня ждет, не дождется. Так что мы сейчас будем кушать. Очень вкусно, очень быстро. Колбаска, кстати, у меня была замороженная. Сыр натерла, помидоры, все это смешала, все вместе делаю. Кстати, не как обычно вот слоями раскладываю, нет, все смешиваю в такой, вы знаете, емкости. Помидоры, сыр, колбаску и потом просто раскладываю. И получается очень вкусно. Мы уже укладываем детей, наелись, купили такой огромный арбуз. Очень сладкий, вкусный. Вот до этого брали вкусный, потом был вообще невкусный какой-то. Он хоть и такой, знаете, стучишь, он прям такой твердый, хороший. Но вообще не сладкий. Вот сейчас поели, так, знаете, аж дышать нечем. Я обожаю арбузы, люблю дыни, в принципе, все. Девочки, если вы будете покупать слаймы и готовить сами, то не добавляйте блестки. Эти блестки просто везде, мы хоть и везде пропылесосили, но они и на вещах, и на стульчике, и в столе. В общем, эти блестки, они просто везде. Ой, в общем, хорошо провели выходные, отдохнули, впереди трудовая неделя. Димчик уже закончил садик, все, мы теперь дома. Я теперь хочу сесть, сделать план заданий, чтобы он дома тоже не просто гулять, телек смотреть, а чтобы еще заниматься. Вот, поэтому у нас впереди тоже небольшая подготовка к школе. Нужно, конечно, отдохнуть перед школой, но, тем не менее, заниматься надо, потому что буквы быстро забываются, пишет буквы в другую сторону. Вот, так что вот так вот. Ладно, буду на этом заканчивать. Спасибо большое, что провели эти дни с нами, выходные с нами. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчики вверх. Увидимся скоро. Всем пока-пока.